Ну, блин. Бомж какой-нибудь, у которого денег нет? Был чувак с 10 гака меня обманывал. Думай сам, типа, ну у меня вот сейчас нету смысла тебя обманывать. Подумай сам, типа, просто. Включи фразу. Если я тебе сейчас передам Дюну, ты сразу мне, типа, зайдешь с другого аккаунта? Да. В чем проблема? И тебя дает аккаунт. Смотри, он рили продает инжекшн за 14 кака. О, я тебе про него говорил. Да блин. Обидно. Ну, типа, Кирилл, думай сам, короче, все. Я не могу тебе ничего больше говорить. Включай фраз. Ну, я включу фраз, и что дальше? Ну, вот, чисто давай порассуждаем. Я включаю фраз. Mm-hmm. Я включаю фраз. Меня обманываешь, допустим, чисто. Чисто вот так. Ясно, короче. Обманываю, да, я тебя? Ну вот смысл, ну ты просто... Ну, я понимаю, ты боишься, да? Да, я боюсь, это естественно, типа. Ну, в принципе, да, я тоже не знаю. Ну, все бы боялись, но тебе просто надо довериться, понимаешь? Я вот тоже менял, тоже этот, наш НРГ. Вот, Игнат, вот Рейнджер... Стой, назад. Стой. Я тебе подарю машину, не ссы, ты чё? Я её давно просто хотел попробовать. Сна. Поехали, я тебе сразу куплю тачку тогда, и обменяемся просто, поехали. Я султан ему дам. Стивен. Сейчас, подожди. Он не продаёт, он же сказал. Я сейчас переверну его, короче, за это, понял? За тебя. Отомщу, так сказать. За Стивена и двор стреляем в упор, блядь. Ну, пыля. Привет, Стивен. Ну, на самом деле, не переживай просто и все. Я его сейчас рилер разловлю. Просто не переживай. Нету смысла, пойми. Ну, вот да, вот я тебе продаю, и ты меня удаляешь с конфы. Проверяй. Поедем сейчас, купим тебе тачку. Да давай я ему сую, дам и все. Ну или султан. Смотри просто, вот смысл. Все, ты мне продал Дюну. Все, ахаха, все, давай, пока. Я ливаю, да? Ты этого ожидал? Поехали. Какую тебе машину покупать? Бежать от Альхандры точно. Ну как-то премьер хочу себе. Типа. А, его нету в гости, ты гонишь. Да, Аль, подъезжайте к Альхандре. Это чё? Ну, к этому. Он тебя продал или нет? Да, Дюну, все, мы обменялись, нормально. Сейчас едем. Подъезжайте, я зайду на твой ад. Подъезжайте. Окей. А премьер это какой класс? О, я зашел. Угу. Премьер это нищий. Он редкий? Он редкий, да, по идее. Ну да, нормально. Что, где? Посмотри, ты там вот слышишь? Посмотри, Лейзер. Угу. Сказали, нищий. Не, ну обидно так из безом рели расставаться. Договор есть договор. Ну так-то да, я ничего не говорю. Да не покупайте этот премьер. Почему? Он мне нравится, типа. Он дешевый должен быть. Вы едете? Да, да, да. Ты имеешь в виду безу... Бедный сам. Безу ДЛС, типа? Ну, тот бис, у которого финка 110, 130. А, ну я еду. У которого уже ДЛС бар, да? Ну, Юта. Да. Только точно там финка такая? Да, а ты зашел уже? Да, я тут. Всё. И чё, почём там продукты завозить? Вот, вышел из бара. Почём чё? Почём продукты завозить там? Карт.
типа, продукты, ну, не знаю. Как, да, как, да, да. Как быстро поднять 1 скака? Прям фастом. Что? Да, да, да. Да. Как быстро 1 скака поднять? Не знаю. Ай, ладно, хорошо. Все, мы подъезжаем сейчас. Давайте. Чё, премьеров прям так мало на сервере? Ну, как, да, да. Я Кловер ТТ недавно поймал и продал. На слёте? Да. Когда только Кловеры слетали? Да. И сзади какая-то. Только на одном сервере был, или на чём-нибудь тоже. Что? Разве? Ну, типа, где номер хочет летал? У кого там вэт в колонках? У меня. А можешь чуть-чуть потише сделать, пожалуйста? Как идея? Не знаю, как. Сейчас я... Саша, ну мы все подъезжаем внизу, чё? Вы сейчас где? Внизу едете, да? Угу. Я сам не знаю. Вот этот бис? Угу. Лол. Сейчас.